Первый, на самом деле, волнительный момент – это встреча. То есть я не видел же Полину до… А? Не видел? Не видел. Я такой поворачиваюсь, она такая вся, типа… Красиво. Ты падаешь в обморок. Да, падаешь в обморок. Да, да, там такое солнце красивое, все переливается. Такая музыка. Молодые люди, вы как бы так, у нас не положено находиться на территории. Я познакомилась с Полиной 3 года назад. Она первая, кто встретил меня в Москве, дал ключи от квартиры. И с того момента мы стали жить вместе. И кто бы что ни говорил, но квартира Ферсмана 7 видела все. От начала и до конца. Сейчас начал волноваться. Такая дорожка, конечно, скользкая. Вы не стояли в очереди, когда ждали, чтобы Юра вышел из ванной. Вы не искали свою кастрюлю, потому что там Юрина была еда. Вы не встречали вечером Юру всем с женским составом, при этом убравшись, потому что Полина наготовила, разбомбила. Мы ее поругали и потом накрыли стол Юре, и он пришел и поел. Первый волнительный момент сейчас. Но на самом деле, ребят, мы столько всего видели, что с вами происходило, и я хочу сказать, что, ну, наверное, каждый из нас хотел бы, чтобы у нас были такие отношения. Потому что то, что делал Юра для Полины, и то, что делала Полина для Юры, ну, это дорогого стоит наше время. Я желаю вам, ребят, очень крепкой, очень долгой любви, чтобы она ни на минуту вашей жизни, ни на секундочку не ослабевала, чтобы вы были верными друг другу, искренними, чтобы вы... Вот просто были лучшими друзьями. Что пришло? Моя любимая женщина. Я тебя люблю.